Всем привет! Проезжал сегодня магазин базу автозвука и вспомнил как-то, что у меня где-то месяц или полтора месяца назад поломался держатель на видеорегистраторе. И как-то пару дней назад остановили полицейские, видеорегистратора не было. Ну и такой получился с ними неприятный разговор. Ну и камеры не было, и получается, как бы... Думаю, буду проезжать, обязательно зайду, куплю себе там держатель или подберу что-то. Ну и проезжал сегодня магазин же этот и зашел. Зашел, у них вроде на сайте было, я смотрел, те держатели, пришел, а их нету. Ну, уже расстроился, иду назад в машину. Тут раскладка, где продаю всякие там телефоном зарядки, вот эти чехлы. Ну и спрашиваю, может есть какой-то у вас похожий держатель, типа там, может там к телефону там. Ну, мужик посмотрел, раз, подобрал мне такой похожий. Ну и вот я купил у него что-то за сколько? Короче, 80 гривен, по-моему, что-то вообще шара. Вот такой вот он мне купил. Вот мой. В моем что случилось? Племянника посадил в машину, он игрался, дернул и, короче, сломал вот тут вот эти вот усики. И получается, что он теперь не держит. Я там думал, может клеем заклеить, может еще что-то, но мне кажется, что клей тут держать не будет. Как бы. А вот точно такой же, только тут вот это крепление другое. Я сейчас возьму вот это крепление, вот это, переставлю вот сюда вот. И все. Сейчас буду переставлять. Так, сначала мы снимем отсюда. Так, это нам уже как бы не надо, получается. А вот это снимем отсюда. Резьба чуть-чуть другая, да? Ну, вот это шарик достаем. И этот шарик достаем. Нормально, все, вот закрепил, переставил, вот у меня теперь целый держатель. Так, сейчас этот соберем, тоже туда обратно. Тут чуть-чуть шарик меньше, но хорошо, что там у нас крупнее шарики, он будет держаться. Так, вот, значит, вот такой вот наш регистратор, вот крепление. Так, сейчас прицепим его. Опа. Так. Чуть-чуть туговато.
Вот наш кабель. Ну вот, ребята, и все, наш регистратор висит на месте. Вот так вот. А эти запчасти выкинуть. Да. Купил еще для зарядки телефона вот такой USB кабель и такую вот зарядочку. Короче, крепление. Зарядка, адаптер этот и кабель, получилось $10 все. Да. На этом все. Всем до свидания. Пока.